Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Strike Force от Marvel, конечно же. И давайте посмотрим, что нам предоставит камера сфер, что нам выпадет здесь. Отлично. Ну, можно сказать, не очень, конечно, отлично, но тем не менее, одну карточку мы какого-то чувачка получили. А это уже плюс. Так, смотрим. Давайте-ка, наверное, усилим врача щита. Тут всего лишь один элемент нужно поставить. И улучшаем. Так, уровень силы становится 113. Слабовато. Мне нужны бойцы крепкие и сильные. Да, прокачать я не могу ее, к сожалению. Так, электропустая. Это тоже... Ну, Халка у меня нету. Я больше никому не могу ничего воткнуть, что ли, получается, а? Вроде бы было. Нет, ребята, к сожалению, ничего больше нету. Ладно, не беда. Так, события. Ну, давайте попробуем заработать осколки для нее. Так, у нас с вами третья миссия получается, да? Называется «Две могилы». Отлично. Блин, мне хотелось бы, конечно, взять с собой Кроссбоунса. Но на кого поменять, я пока не знаю. У него 105 силы. Ну-ка, давайте попробуем. Так, каратель у меня круче. Блин. Кейдж тем более лучше. Спайдермена давайте. 123. Эх, как ни крути, ребята. Мне даже не на кого поменять. Поэтому давайте так тогда с вами сыграем. Чем круче у нас отряд, тем больше шансов на победу. Ну давай ты грузись ты быстрее. Ну что ты тут теребунькаешься-то, а? Так, все, по-моему, прогрузилось. Поразительное сходство. Что это за магия? Никакой магии нет, я это ты, только сильнее и опаснее за счет обретенной мною веры. Ну, это мы еще посмотрим. Вау. Ха-ха, а где у нас электро? У нас нет электро, ребята, поэтому она у нас в загашнике сидит. Ну вот я до сих пор не могу понять, почему у меня двое чувачков этих. Ну что, давайте пропишем тогда. Опа, Спайдермен, Малорик, умница. Оу, ты даже вот так ты сделал. Круть, ничего не могу сказать. Ха-ха. Ёлки-палки, я думал, кританула по кейджу, а? Охламонка. И в скрытность ушла. Так, значит, мы ее, наверное, ребят, не увидим. На, получи, гад. Давайте боеголовка сейчас звезданем. Вау, двоих зацепили. Это хорошо. Что он там делает? Усиление атаки? Групповая атака. Вау. Тихо-тихо-тихо-тихо, не надо буянить. Ну что, кейдж, давай, наверное, провокацию сделаем. Пускай все прут на тебя, ты у нас крепкий малый, должен выдержать. Так, сорви голова, давай второй, двойник что ли его, я не могу понять, а? О, Спайдермен уделал корявую. Слушайте, у Джонни мало жизни, надо, естественно, подхиливаться. И расстреливаем. Вау. Все пока хорошо у нас идет, давайте звезданем. Вот так вот получи, гадюка. Блин, не добили маленько, а вот сейчас у меня... Да, сорви голова, сделал ее. На, по башке. Критический удар прошел. Спайдермен, добей. Эй, не хватило силенок у тебя. Да что ж такое, что ж вы вялые-то все какие-то. Вот, каратель молодец. Во, ты даже так умеешь. Я даже не знал этого. Турунс. Упал? Нет, он упал, но встал. Так, давай. Опа. Самозванка не могла тягаться со мной в силе и мастерстве. Это уж точно. Фьюри говорит, что эти оскверненные двойники слабее героев и злодеев из нашего измерения. Значит, теперь мы работаем на Ника Фьюри? Только работая сообща, мы сможем победить врага. Что ж, ладно, только не думай, что я буду носить форму. Да я даже предлагать не собирался. Ну, главное, что, ребят, победа за нами. И мы с вами двигаемся дальше. Во, награды. 5 осколков мы все-таки получили электро, и это хорошо. Так, ну что, наверное, место в огне у нас, да? Следующий бой. Так что, я думаю, пора немножко поразмяться. Ультимус захватил Землю в бесчетном количестве измерений. Ну, это мы знаем. Только кто он такой, этот Ультимус? И откуда он взялся? Ребята, я посмотрел комиксы старые и Википедию. Я никакого Ультимуса там не нашел. Лже-Электро хотела склонить руку на сторону захватчиков. Контролируя руку, они получили бы под свое командование армию ниндзя. Нобу, глава руки. Его они и хотят заменить.
Тогда мы должны добраться до него быстрее их. Опачки. И кто у нас тут? О, ребят, смотрите-ка. Новый удар. Тринц. Надо добить вот этого вот охламона. Он мне не нравится. Так, Спайдермен, давай. О, уклонение. Зато другому перепало. Так, тихо, тихо, ребят, смотрите. Какого лешего вы... Здорово, просто я вам скажу, ребят. Тут ничего не могу сказать. Да ладно. Вот тебе и прохладно. Ребят, что-то здесь нечисто. Как они у меня двоих чуваков снесли-то сразу, я не врубился. Да надо... Блин, уклонение офигенное у него почему-то, а? Ну, сорви голова, не подведи меня. Да ладно, как кетч-то упал? Слушай, ребят, что-то тут слишком мощные эти ниндзя. Вы посмотрите, что про... Что тут произошло? Поражение. Так, нет, ребят, давайте-ка мы, наверное, с вами вот так вот сделаем. А почему? Так, ну-ка почитаем. Блин, для 15 уровня, даже в плюсе. Понятно теперь, почему меня так раскромсали. Мы же еще совсем дети, поэтому куда мы сунулись-то с вами? Я даже, честно говоря, не успел посмотреть, что там нужен 15 уровень. Ну что, поехали, ребята, железная воля. Я поддерживаю связь с никами Фьюри из других измерений. Многие предупреждали меня об этой межпространственной угрозе, затем исчезали. Я надеялся, что враг никогда не найдет наше измерение. А что в нашем измерении такого особенного? Большинство измерений соединены только с одним или двумя другими, но наше уникально. Это Нексус, центр измерения. Отсюда можно попасть на множество других версий Земли. И если наше измерение падет, захватчики получат доступ к тысячам других. Ага, вот такой расклад. То есть у нас как точка преткновения. Портал во все дыры. Ну что же, мы этого с вами не допустим. Поверьте мне, ребята, мы будем сражаться, блин, до последнего героя. Но не позволим никакому там Ультимусу захватить нашу землю. Это я вам обещаю. Так, ребятушки. Оу, Железный Человек, они тебя осквернили? Не осквернили, Паркер, освободили. Нас всех объединила одна главная цель. Ты следующий. Вынужден отклонить это предложение, мистер Старк. Знаешь, я очень привязался к своей свободе воли. Это уж точно. Ну что, давайте для разминочки накатим ему. Вот так вот. Ага, паучок Малорик, красавчик. Стреляем. А теперь наша очередь. Вот так вот, выкусите. Вот этот хмырь мне не нравится, ребят, который там щитом стоит. Оу! Так, смотри-ка. Замедление повесил на паучка, это плохо. На, гад. О, групповая атака. Обожаю, когда они так делают. Все, железяка да выделывался. Теперь будем вот этого вот бомбардира бомбить. Ну, сорви голова, тоже круть. Молодец, все отлично у тебя получилось. Так, ребят, тут даже можно по большому счету ставить на автобой и просто наслаждаться боевочкой. Я думаю, они здесь не подведут нас. Оу, щит! Замедление опять повесило. Так, минус. Ну что, давайте, наверное, накатим разочек. Да, смертельный удар, апперкот. Ну, тум. Вас таких много? У нас целая армия железных людей из других измерений. Да уж, ты и впрямь разносторонний человек. Ты посмотри, сколько. Три железных человека. Сейчас, ребята, мы с ними поквитаемся. Ну, сорви голова. Вот здесь почему-то он один. Там их было двое. Странно как-то. Пригнулся хмырь, а? На. Ай, я думал сейчас третий удар сделать. Не получилось. Опа, жарит. Смотрите, ребят, вот этот вот удар на коленку мне напоминает как из Битвы Чемпионов. А вот когда он стреляет из руки, напоминает мне из игры Fatal Fury. То есть, блин, тут своего образа смесь всех жанров. Я думаю, что и суперудары, наверное, тоже позаимствованы именно из тех игр. А хотя почему бы и нет, да? Компания вроде бы одна или нет? Ну, факт то, что Marvel.
А это уже многие сказано. Обосновываются они именно на этом. Ну, паучок, давай. Опа. Эх ты. Ну, давай так-то сделаем. Да что за фигня? Почему у нас такие атаки слабые, а? Ну, неужели, а? Когда у него мало хп, они решили групповуху тут разыграть. Ладно, победили вроде бы. Да. Победа за нами. Ну что же. Двигаемся тогда дальше. 3 звезды получили. Вообще шик. Что такое? Вау, новый уровень, 5-й. 5-й уровень, ребят, мы только получили, а я тогда сунулся на 15-й. Ой, дурила. Так, что это у нас за красотка? Это у нас вроде бы... А, медик щита. Вау, а враги-то у нас кто? Это что, ракета, что ли? По-моему, так оно и есть. Группа оскверненных енотов-ракет творит беспорядки в городе. Стоп, ты хочешь сказать, там целая стая этих реактивных крыс? Да, они захватили 100 измерений, прежде чем прийти к нам. И в каждом есть летающая говорящая белка? Да, и все эти белки мастерски управляются с оружием. Соблюдайте осторожность. Ладно, хорошо, будем соблюдать осторожность. Слушайте, у меня довольно хорошая командочка собралась. Я менять не буду, ребят. Вот только заберем с вами ревард. О, открыть. А что тут открыть? А, мы вернулись с вами. Естественно, в бой. Эй, погоди, мы это уже читали. Нам это не нужно. Давайте пропустим это все дело. И уже приступим, естественно, к самой боевочке. Жду не дождусь посмотреть, как у нас здесь выглядят эти еноты. Там еноты и кто еще? Кто-то еще был. Ну, по-моему, не мастер щита. То есть медик. Ну, давай, давай, прогружайся уже. Эй, кто выпустил помойных пант из клеток? Помойных пант. Вот они, значит, как, да? Как ты нас назвал? Помойные панды он вас назвал. Так оно, наверное, есть. Ух, сынуля, ты посмотри, просто разбирается на ура. Слушай, и этот красный ниндзя здесь, который получил только что люлей. На. Пинц. Слушайте, ну я думаю, что мы сейчас... Ого! Не припухли ты, братиня? Вот так вот, в отместку, как говорится. Хорошо идет дело. Так, давайте-ка провокацию повесим. Кейдж выдержит у нас, я в нем уверен. Ой, на самом деле, ребят, смотрите, еноты эти не такие уж и сильные. Нам бы сейчас не помешал отхил, если честно. Вот так вот. Теперь мы на коне. Смотри, и это хилит, а? Но я думаю, что это их не спасет. Давай-ка мы теперь выстрелим разочек. Ага, пол хп отняли. Ты достал уже своими ракетами тут пулять. Кейдж, я вот не могу понять, как у них здесь идет боевка. То они могут один раз ударить, то целую комбинацию прописать. От чего это зависит, я пока не пойму. Так, блин, не добил. Каратель, ну как ты... Что он делает? Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Фига он бомбит! Вот это было жестко. Ну что, остался только лишь вот этот вот красный ниндзя. Надеюсь, он никого у меня здесь не уронит. Кейдж, давай. Во, отлично, прописал. Ну так что, звоним в службу по отлову животных? Знаете что, я был бы не против переловить всех этих енотов. Ну, кроме моего, конечно, если он у меня когда-нибудь появится. Так, отлично. Карточка медика щита у нас получена, одна. Ну что, давайте, наверное, с вами... Командир, твои успехи впечатляют. Ты знаешь, что мы можем моделировать твои прошлые миссии, говорит черная вдова, которую почему-то я не вижу. Выполнив миссии с 3 медалями, ты можешь сразу закончить бой автопобедой. Косни значка автопобеда, чтобы получить снаряжение для своих персонажей и заработать новые осколки персонажей. Попробуй, командир. Так, хорошо, тут можно 1 бой, 3, 4. Ну, давайте на пробу, наверное, я даже не знаю, сколько. Ну, троечка, да? Поехали. Ага, и мы получаем ревард. Зашибись, ребят, ну это во многих играх практикуется такая штука. Когда нам нужны будут карточки или еще что-то в этом роде. Чтобы не проходить просто по 100 раз эту миссию, мы делаем просто автопобедой. Ага, закончилось, да? Ладно, а мы с вами, наверное, будем продвигаться. Обновлять я не хочу, а вот сюда герои 2.4, самое то. Ежедневные цели.
Забираем это все дело. Вау. Новый уровень, 6-й. Чат открыт. Хм. Так, и опыт еще получаем. Отлично. Так, что у нас там по персонажам-то, ребят? Что-то красненькое. Какого лешего? 7-й уровень? Круть. Командир, представляю тебе доступ к внутренней сети коммуникации щита. Теперь ты можешь общаться в чате с другими командирами по всему земному шару. Да? А где этот чат? Чтобы получить доступ, зарегистрируйся под кодовым именем. Каким будет твое кодовое имя, командир? Ну, естественно, ребята, все, наверное, уже догадались, как я буду себя называть. Я надеюсь, оно еще не занято здесь. Так. Ну. Подтвердить. Вау, круто! Такого нету. Лидеры по силе. Ну и что это нам дает? Ровным счетом ничего. Так, тогда давайте, наверное, мы с вами возвращаться. Опять персонажи у нас почему-то помечены. А, ну то, что я могу, видимо, воткнуть элементы определенные. Так, надеваем. И прокачиваемся. Так как мы получили с вами новый уровень, даже 2, мы можем прокачиваться дальше. Уровень силы 162. Довольно неплохо у меня паучок подрос. Так, медик щита. Насколько вырастет? 113 и стал 143. Ну, на 30-ку. Так, кроссбоунс. 105 было. И станет... Сколько? 105? Так, давайте тогда всех по-быстренькому, на ускоренном, ребят. Оп. 106. Так, воткнем сюда элементик один. Блин, а где, интересно, вот эти все остальные элементы искать, а? В определенных, видимо, миссиях они будут нам доставаться. Ну, ничего, накопим, не волнуйтесь. Блин, хочу Халка себе почему-то. Так. Каратель у нас тоже не прокачанный, надо прокачать. Вау, 128 стало 161. Слушайте, довольно неплохая прибавка. Так, и Кейдж. Они с 4 уровня у меня сразу прыгают на 7. Все. Круто, и сорви голова еще остался. Ладно, давай. Вау, у нас кончились, ребята, чипы. 162 и стал 198. Классно. Вроде бы все, прокачал я всех. Надеюсь, это как-то мне поможет дальше в боевках. Слушайте, нам еще один уровень получить, и откроется какая-то новая у нас штука-дрюка. Так, поехали, герои 2-4. Возможные награды, в общем, все хорошо. Блин, а тут что, нельзя так заходить? Нужно обязательно нажимать в бой. Получается так. Командир приказывает нам проникнуть на эту базу и похитить Ронана, одного из генералов Кри, руководящих вторжением. Ага. Для чего похищать кого-то из этих ребят? Мы должны узнать их планы. У Ронана есть информация, которая нам нужна. Спорим, я смогу его расколоть. Каратель, удар использует другие методы. Мы выше этого. Да нет, я бы полностью на стороне карателя. Пускай колет этот грецкий, так скажем, орешек. Да что ж тут все время за подгрузки, загрузки. Неужели так у всех, а? Или только у меня? Блин, приходится поджидать вот эту вот всю ерунду. Ну, музыка пошла. Ага, начало. Опа-на, мы якобы с вертолета откуда-то спустились. Где у нас тут Ронан? Я его не вижу почему-то. Странно как-то. Может быть, здесь несколько волн? Получи, гаденыш, и распишись. Во-во-во, это что такое? Что это? Ух! Кейдж, ты что, не можешь хиляться, получается? Запрет на нем какой-то висит. Это плохо. Регенерацию повесили на себя, ты представляешь? Теперь они будут каждый ход еще лечиться. Но я-то им этого не позволю. На, получи, гнида. Так, добивай их голова. Ну что ты, блин, а? Как в валенок сыграл. Вот, Спайдермен, малорик. Отправил ее куда подальше.
Да, меня вот это, кстати, бесит, что они могут хиляться каждый ход. Мы тогда тоже, ребят, похиляемся. Ага. И будем уже бомбить. Так, так, так. Давай-ка пропиши ему. Не, ну вот не этот же чувак, да? Он не похож на Ронана. Хотя такой же синий. Ну-ка, выстрел. Блин, фигня какая-то. Есть. Молодец, каратель, ты умница. Добил, и еще вот этот вот олух остался. Давай-ка его вот таким вот ударом, как говорится, через паутинку. И все. Блин, я-то думал, сейчас мы увидим Ронана. Ага. Не тут-то, как говорится, все было. Слушайте, а смысл тогда? Так, герои 2-5. Опять тут у нас что-то высвечивается. Награды получаем. Так, это открыть. Здесь можно забирать припасы, командир. Мы пополняем их несколько раз в день. Так что не забывай регулярно проверять, есть ли новые припасы. Ну, припасы-то вроде есть. Все это стоит. Ха-ха. Накололи меня, что ли, блин? Тут все это нужно покупать. Ага, вот это вот получить. Это я могу получить? Да, ага, 450, нет, ребята, не бесплатно. Вот ересь. Ну, тут уже вообще у нас пошел донат. Это нам не нужно. Так, что бы сделать? Воткнуть кому-нибудь, да? Давай-ка сорви голова. Надень-ка вот эту фигню. Так, не хватает вот этого нотпада. Доступно. Так, доступно через фиг поймешь чего. Но мы можем автопобедой, наверное, заработать. Да, смотрите, у нас здесь есть как раз этот нетбук. А ну-ка. Для пробы. По-моему, не выпал нифига, да? Ага, две штуки, есть. Так, давайте-ка мы сейчас попробуем вот это вот создать. И надеть. Вау, улучшение. Вот оно как делается, ребята. Категория 2. Оу, 219 мощей у него стало. Так, мы с вами можем тогда не собирать, а сами создавать эти ингредиенты. Это уже хорошо, это уже большой-большой плюс. Мы так с вами быстренько раскачаем тогда своих персонажиков. Так, ну-ка давай-ка для пробы. Блин, а почему-то нам не везде доступны автопобеды, а? Так, хорошо. Вон, я вижу, две штуки выпало у нас. А тут сколько нам надо было? Одна. Улучшаем. 174 и становится 182. И категория 2. Интересно, а чтобы открыть следующий суперудар, какая должна быть категория у нас, а? Так. Отлично. Все хорошо. Оу, тихо, что такое? Крупный игрок, спасение мира. Трать золото. Получить. Эй, я же сказал получить. Почему-то не дают, ребята. Видимо, все из-за того, что подгружается там, блин, постоянно. Я вот сколько не играю, смотрите, внизу вот эта вот шкала идет. 50%, 55%. Вечно что-то такое неладное здесь. Так, мы можем еще сюда воткнуть, да? Ну, давайте сделаем. Шикарно. Ну что, отправляемся дальше. Команда героев наша готова к бою. Автобой. Охота на Ронана. Ага. А вон и Ронан, ребята. Тот здоровый синий инопланетянин с молотом — это Ронан. И его-то нам и нужно вырубить и перевести на базу. На вид он довольно грозный. Если бы это было просто, Фьюри не отправил бы удар, верно? Логично, да. Поехали. Ха-ха, поехали. 938 у меня уже у команды мощей почти штука. Круть. Мы, наверное, сейчас будем так развешивать люлей, что они пожалеют, что вообще вторглись к нам сюда. Так, давай, 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 прогружайся. Ага. Если вы думаете, что сможете победить Ронана, обвинителя, вы горько заблуждаетесь. Мы не хотим тебя побеждать. Мы хотим тебя только похитить и допросить. Особая цель задания. И какая же?
чтобы выполнить миссию «Победите Ронана». Нам нужно просто вырубить Ронана, но придется поторапливаться. Ага. Так, ладно, давайте, ребята, расквитаемся с этими олухами, чтобы они нам не мешали. Получи и распишись. Полетела боеголовка. Двоих задело, нормуль. Так, я думаю, вот этого надо добивать уже. Нечего ему землю топтать нашу. Нашу землю родную. Оу! Ронан обвинитель. Вы помните, да, его, наверное, все? В фильме он был такой грозный-грозный. Крушил, как говорится, черепа. И все, что ли? Ронан у нас, и бежим, пока не прибыли подкрепления. И это был Ронан. Спайдермен его просто накумарил. Я даже, честно говоря, сам не понял. Я просто тыкал на всех, блин. И он, видимо, попал под раздачу. Так, а что у нас здесь такое? Это кто такой? Что за хитрая, злобная рожа? Она мне не нравится. Так, что у нас по персонажикам? Давайте глянем. Ага. Каратель. Ну, давай тебе воткнем одну штучку. Так, медик щита тоже. Пробирки какие-то мы втыкаем. И вроде бы как все, да? Так, у нас события еще. Ну, мы их потом уже пройдем. Арена на 30 уровне откроется. Это хорошо. Но, как я погляжу, тут много чего будет открываться. Значит, игра будет постепенно развиваться. Расширяться, улучшаться. Ну, а мы будем с вами за этим следить. Так что, продолжаем. Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть в игру Strike Force. У меня появился новый герой, об этом чуть позже. Ну, а сейчас компания «Союз злодеев». Я думаю, что мы, наверное, посмотрим одну миссейку, да? Потому что я еще ни одной не проходил, так что давайте приступим. Мои шпионы докладывают, что Ультимус начал сомневаться в Киплинге. Он собирается использовать на Киплинге преобразователь. Хочет проверить его на вшивость, так сказать. Прям как я говорю. Киплингу, в принципе, не стоило брататься с врагом. Я с тобой согласен. Ультимус держит его на захваченной базе щита. Он наверняка присоединится к нам, если его освободить. По крайней мере, одной головной болью станет меньше. Делайте, что считаете нужным. Отлично. Так, ребята, у нас новый герой. Ее звать Колдунья Руки. Есть такой клан здесь, ниндзевский, которую звать Рука. Так вот, один из персонажей присоединился к нам. Точнее, я его завербовал. Да, странно, мне никого больше не дают. А, елки-палки, это же злодеи. Нужно быстро и без лишнего шума вырубить охрану, пока они не подняли тревогу. Говорит Электро. Ну, в принципе, это хорошо. Электро я тоже не играл. Надо посмотреть, на что она вообще способна. Ох ты, смотрите, критует-то неплохо. Оу, и в инвиз автоматически причем заходит. Так. Ага, колдунья у нас еще при этом хиллер. Что это такое? Провокация, да? Красбоунс себе сделал. Отлично. Оп-оп, смотри-ка, смотри-ка, что это такое? Контратака. А вот это плохо. Оу. Фига вы шпарите тут, ребята. Так, подхил обязательно. Отлично. Так, ну, нам нужно добить. Блин, этот медик какой-то довольно крепкий здесь. Смотри, тоже подхиливает. Ха, жучара. Промах. Так, ну-ка, Электро. Блин, ты же у меня ассасинка, ты должна звездярить по-черному. Да и вот эта ниндзя тоже должна, в принципе, драться неплохо. Это же первая миссия. Они здесь легкие должны быть. Во. Ну, блин, ну чуть-чуть там осталось. Не смогла добить. Ну, зато в инвиз ушла. Скрытность. Ну, ты-то, надеюсь, да, выполнила. Ого, оглушение сделал. Блин, кроссбонд у нас глючит. Так, ассасиночка дальше у меня. Давай, Электро, вот этого накажем. Че, он увернулся, что ли? Я не понял. Опять контратака. Елки-палки, если мы ее будем атаковать, она по нам будет стрелять. Это понятное дело. Вот с этим вот паразитом нужно... О, кровотечение повесили. Блин, замедление. У меня бедный кроссбонд взял, называется, на себя роль этого щита. Давайте отхил. Блин, ну, ведьма вот это вот хилит довольно хорошо, я вам скажу. Опа! Упал? Упал, только щит в другую сторону улетел. И опять в инвиз. Смотрите, ребята, у нас внизу
появился чат. Ну, его читать некогда, но зато это прикольно. Прям во время игры можно читать, что кто пишет и что вообще происходит в мире Marvel, так скажем. Ну, ведьма, добьешь? Колдунья. Ее звать правильно колдунья, рука. Ну, мне почему-то сподручнее назвать ее ведьма. Так, победа, ребята, за нами. Блин, маска у нее такая страшная. Ну, давай ты уже. У нас кончается время. Нужно пробиться через охрану и спасти Кингпина. Блин, его звать Кингпин, а я его прозвал Киплингом. Ой, блин, ребят, так что извините. Я был там неправ. Конечно же, Кингпин. Какой нафиг Киплинг? Киплинг это у нас писатель. Ладно, сейчас пока не об этом, будем вот... Ты смотри, а? Вау, вот это плохо, ребята, бомбардиры. А это кто такая вообще, я не могу понять. Ого! Ослабление плюс массовый урон. Оу, как бы нам тут не встрять. А по-моему мы встрянем. Кроссбоун здесь один, наверное, не справится. Ну-ка. Не добил. Ядрёна вошь, а. Как же так? Вот такая вообще, а смотрите, у нее стальные кулаки. Хм, странно. Я такого персонажа не помню. Да ядрёна вошь, ну что-то не могла добить, что ли? Я не понимаю, вот. Кроссбоун, молодец. Давай, во, добивочный. Полетели. Хорошо. Блин, давай отхил. Мне... Оу, замедление. Черт, никакого нам лечения, походу, не светит. Единственное, что я мог, ребят, сделать, это вот так вот. Взять удар на себя, и это была моя, конечно же, большая ошибка. Охренеть, ну, вторая миссия, блин, и вот такие вот, извините меня, заковырочки здесь. Все, мы тут проиграли. Зря я, конечно, сунулся. Во всех битвах не победишь, командир. Вернись на базу и займись тренировкой бойцов. Давайте-ка я лучше раскачаю, наверное, своих персонажей. А кого тут раскачать? Тут раскачивать-то некого. Так, ну что, давай вот сюда, наверное, воткнем. Угу. Так, прокачаем. 178. Ну, хоть какая-то прибавочка будет у нас. Так, находим недостающие элементы нам. Так-так-так-так-так. О, неплохо. Довольно хороший лут заработали. Так, еще нужно... Смотрите, здесь нужен ноутбук, чтобы создать нам руку. Так, вот это мы находим. Да, очень хорошо, конечно, и помогает, и выручает вот эта вот автопобеда. Мы с легкостью находим нам недостающие элементы. Большой плюс, конечно, в этом. А вот минус, что она у меня подвисает. Так, я так и не понял, у нас прокатило или нет? Вот сейчас вижу, что прокатило, и мы получаем новый 10 уровень. Угу, хорошо. Так, давайте-ка мы соорудим эту руку механическую и поставим ее... А, она уже автоматически станет. Хорошо. Улучшение. Так, за 200 должен быть. Во, 204 силы. Так, тренируем, потому что мы только что с вами получили уровень. Становится он 215. Ох, сколько ему тут можно всяких приблуд воткнуть. Так, давайте оденем. Эй, все потратили. Ладно, не беда. Давайте по-быстренькому насобираем. Кстати, тут можно сделать не только 3 автобоя, да? Можно еще и 10. Но для этого потребуется очень много энергии. Хотя у нас энергии с лихвой. Так, нужна вот эта штука. Она у нас доступна. Оп, мы тут и опыт получаем, и всякие плюшки. Только вот с карточками, конечно, небольшая проблема. Хотелось бы, чтобы их давали нам почаще. Надеваем, и последний элемент. Так, ага, надо найти. Находим, блин, вот я его сейчас... Новый уровень, 11-й, так быстро? Офигеть, вот это дело по мне, ребята. Обожаю, когда мы быстро с вами развиваемся. Но хотелось бы еще и... Побольше, как говорится, мне персонажей получить. Так, что такое? Я не могу понять. А, 12 уровень персонажа нужен. Блин, а у нас 10 только. И получаем мы 11. Все равно не сможем его дальше прокачать. Ну что же, потерпим, потерпим. Ничего страшного в этом нету. Так, давай, колдунья руки. Тебя теперь немножечко усилим. Ага, так, улучшение. 146 было, стало 154. Плюс еще не забывайте, у нее висит тренинг.
который мы, естественно, сейчас с вами сделаем. Так, тут нужно... Ага, опять 12 уровень персонажа нужен. Да, как ни крути, ребята, опять же мы не сможем прокачать ее дальше. Но 216 силы, это уже хорошо. Так, штурмовик считает, вот смотрите, Человек-паук. Хочу еще персонажа, ребят. Ну, давайте прокачаем тогда уже еще, наверное, и Электру. Раз она уже у нас находится в связке злодеев. Так, отлично, надеваем. Здесь тоже пробирку втыкаем. 166 силы. Тренинг по полной программе. И 187. Зашибись. Мне бы хотя бы за 200 догнать. И, в принципе, я был бы очень доволен. Блин, опять 12 уровень нужен. Эх, не канает, ребята. Дошли, так скажем, до своего тупика. Так, а что у меня тут помечается? Штурмовика, что ли, качать? Но, в принципе, он мне сейчас не нужен. Так, припасы. Я их тоже пока не вижу. Сферы можно получить. И что нам достанется? Блин, 450. Нету. А где халява-то? Ого, вот эта сфера. Ребята, тут Таноса можно выиграть. Всегда мечтал хоть в какой-нибудь игре получить именно его. А играю я в игры про супергероев очень много. Так, ну что, давайте посмотрим, что здесь хотя бы нам выпадет. Ух ты. Блин, напоминает мне, знаете кого, этого? Саб-Зира. Все, вроде бы, на этом халява закончилась, да? Больше я... Так, тут нужны какие-то сферы. Так, сфера Ультимуса. Блин, я его тоже хочу. Блин, он такой чувак мощный. Но я его почему-то нигде не видел. Даже не знаю, что он делает. Так, хорошо. Здесь мы разобрались. Забираем все эти достижения. Опа! Наемник-солдат, новый персонаж. Конечно, вербуем. О чем тут можно говорить? Юху! Круть! Блин, одна звезда всего. Эх, расстроился я немножко. Давайте хотя бы его качнем по полной программе. Воткнем в него плюшки, которые доступны у нас. Ну, я думаю, что пользоваться мы им пока не будем. В ближайшее время у нас и так хватает всяких супергероев. А это, видимо, просто обычный солдат. Причем наемник. Соответственно, никаких супервозможностей у него нету. Так, подожди, меченый. Мне нужны сферы, во. Отлично, давайте-ка глянем, что мы тут получим. О, 15 карточек Кейджа. Это довольно хорошо, мы его, наверное, скоро сможем прокачать еще разок. Так, что у нас здесь? Этапы. Этапы персонажа. Ну, по персонажам пока все, давайте, наверное, мы глянем, что такое этапы. Крупный игрок, трать золото. Открыть. Получить. Этап третий. Зарабатывая очки, тратя золото? Ха. Странно немножко. Ничего почему-то больше не дают. Да что они мне все подсвечивают про персонажей, а? Я не знаю, ребят. Фрагменты сферы. Блин, ну давайте... Ого. Тут, смотрите, какие-то значки нужно потратить. А у нас их три. Зарабатывай фрагменты, да, значит? Ну давайте попробуем, разочек посмотрим. О, сила команды у меня 1075. Это довольно неплохо. Ну давай ты грузись быстрее, елки-палки. Как же вот эта вот медленная прогрузка меня аж нервирует, если честно. Только настроишься на бой хорошенький, и на тебе. Так. Ох ты, кто это такие здесь? Ну я узнаю только одного, железного человека здесь. Который, в принципе, сейчас и получит у нас в первую очередь. Ха-ха-ха. Осталось лишь добить. Пиу, пока. Ага, еще и этим досталось. Вообще великолепно. Еще минус один. Что это вообще за роботы, а? Напоминает мне чем-то маленьких альтрончиков. Но только каждый со своей пушкой. Тут и огнеметчик какой-то, и рукопашник. И вообще с какими-то кинжалами. Но, давай кетч. Оу, нифига ты бросок через бедро-то ему прописал. Так, ты меня достал, корявый. Готов? Да, готов. Зеленый бобик. На, ну, апперкот. Тунь, полетел отсюда. Ну что же, справились довольно легко. Фи, и что мы за это зарабатываем с вами? Покажите-ка мне. Ага, какие-то сферы, причем довольно немало. И мы можем с вами на автопобеде, а тут 13 уровень игрока.
Я думаю, наверное, мы с вами не... А, оно даже нам и недоступно. Потратим тогда здесь. Все. Все эти жетончики мы с вами здесь истратили. Эх, открывается после третьей категории. Не могу я понять, почему он мне сюда все время подсвечивает, а? Что я здесь не сделал? Уровень я поднять не могу. Так, так. Значит, нам здесь делать нечего. Может быть, кого-то не прокачали? Вот, например, вот этот вот штурмовик щита у нас не прокачанный. Ладно, воткнем сюда пилюлю. Замечательно. Ну и кто еще? Да, в принципе, тут много кто не прокачанный у меня. Так, испытание уже было. Забираем здесь с вами реворд, ребята. Да ладно, новый уровень, 12-й. Вам не кажется это немножко подозрительно, что мы с вами растем как на дрожжах? Чё? 13-й? Может быть, я сейчас по-быстренькому, ребят, до полтинничка качнусь и начну тут всех рвать? Было бы, наверное, неплохо. Смотрите-ка, опять сферы нам достаются. Выпади, выпади что-нибудь хорошее такое, знаете, редкое. О, а, ну этот у нас, по-моему, был. Да, это штурмовик. А здесь у нас достижение. Забираем. 5 карточек Халка. Это уже плюс. Открывается у нас первый герой, по-моему, на 15 карточках. Союз злодеев. Ну, это понятно все, ребят. Здесь мы с вами на второй миссии-то как раз и встряли. А что вообще дает, а, ребят? Попробуйте поучаствовать. Все это понятное дело. Мы пока не будем участвовать. Я думаю, даже мы вначале пройдем все-таки за героев. Если мы, конечно, сможем вообще это пройти дело. Так, втыкаем пилюльку. Хорошо. Блин, я хочу посмотреть новые суперудары у наших героев. Я надеюсь, что вы тоже. Но для этого нужно что-то сделать. Сколько нужно прокачать? Или сколько нужно карточек влить, чтобы мы смогли открыть новые суперудары? Давайте вот так сделаем, а? 60 энергии потратили. Ёлки-палки, нехило, нехило мы с вами получили. Давайте тогда сразу все это наденем. Так, здесь у нас... Эх, не хватает вот этой штуки. Я даже не знаю, что это такое. Давайте, конечно же, на автопобеде. Вот так. Yes. Теперь хватает. Создаем. Надеваем, делаем улучшение. Категория 3. Ох ты, ребят, вы видели, а? Вы видели? У нас открылся новый суперудар. Так, давайте. Да что такое? Надевай давай. И здесь. Блин, теперь не хватает какой-то ноги. Оу, а мы не можем даже ее нигде получить. Печалька. Ну что, кого нам еще можно прокачать, а? Так, карателя, паука. Ну давайте, может быть, паучку поможем маленько. Так, нам нужны опять детали. Давайте-ка мы найдем где-нибудь. Ага, вот здесь. Сразу уже сделаем, да, вот эту вот. 10 автобоев. Yes! 14 уровень. Ребят, давайте до 15-го дойдем. Там, по-моему, открывается новая плюшка с 15 уровня. Так что можно было бы посмотреть. А ну-ка. Не дают? Нет, не дают почему-то пока. Так, ладно. Давайте внедрять. Теперь... 9 уровень персонажа. Слушайте, а... В чем подвох? Блин, обнаружена аномалия. Ёлки-палки, ну вот этого только не хватало. Какая-то вот эта вот аномалия, ошибка, она очень и очень часто выпадает, ребят. Я не знаю, как с ней бороться. Да, немало времени прошло после того, как я смог зайти в эту игру. Командир, мы готовы сразиться с войсками Ультимуса. Предлагаю усилить налет, чтобы немного сократить их численность. Налет. Если мы одержим победу, то сможем спасти ценных союзников и захватить припасы, необходимые для военных нужд. Отправь отряд удара против наших оскверненных врагов, а я пока найду для нас новые цели. Нельзя ослаблять натиск. Верховный маг, выиграйте осколки доктора Стрэнджа. Конечно, хочу. 1550 сила наших героев. Оу, так это у нас оказывается ПВП. Хм, ну что же.
В PvP-шке я еще не участвовал здесь. Интересно, с реальными игроками или же опять с ботами? Меня вот немножко как бы коребит то, что вот в таких играх мы все время с вами играем с ботами. Ух ты, новые локации, смотрите-ка, мы в каких-то джунглях. Прикольно смотрится. Оу, там птички, смотрите-ка. Ха, прикольненько. Ну-ка, что это у нас вот за удар? Опа, опа, нифига он комбинацию-то. Отлично просто. Так, паучок, давай, 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 давай. Молодец, малорик. Черт подери, а. Ну, хоть не кританула. Но зато в инвиз ушла. Ладно. Надо в кого-то стрелять. Ха-ха, в кого, неважно, да? Подхил, что ли? Блин. Фига она вылечила полностью. Этот берет на себя провокацию. Кроссбоунд. Так, ну что, давайте ему 399. Крит удар был. Почти пол хп отняли. Слушайте, довольно хорошо. На. Эх, откат идет, ребята. О, командная атака. Вот это мне больше всего нравится, когда веселятся здесь. Минус один. Так, теперь давайте возьмемся. О, змея, что ли, тут ползет? Точно змея. Прикольно. Локация такая свеженькая, сочная. Мне нравится. Воу-воу-воу-воу-воу. Да, правильно, туда ее, за дерево. Опять командный дух. Фу, командный дух, командный бой, блин. На! Так смачно получила по щам еще с таким звуком. Чпок. И лежит. В общем, ребят, победа за нами. Ну и дальше. А почему-то нам не дают карточки Стрэнджа. Я что-то не понял. В чем подвох? Что это такое? 6 часов чего? Что это означает? Все нормально. А для чего тогда там это было дано нам? Новый соперник. Мы опять же, ребята, его превосходим. Нужно заработать 600 очков. Да? И тогда, видимо, нам дадут что-то. Пока не знаю, я в этом не разбирался. В первый раз вообще это вижу. Что там, что за взрывы еще? Что еще за взрывы? Опа, опа, опа. Ага. Так, ну что, давайте-ка мы, наверное, начнем с суперудара. Оп. Опа, прям по куполу. И готов он? Нифига, мы его так быстренько ушатали. О, паучок троим задал перца. Блин, теперь вражеский, а. Блин, подхил, как не вовремя, а. На. Еще хили, а вот это зря, кстати. Зря сделал, два подхила они не потратили. Теперь у них очень и очень долго не будет хила. А мы этим воспользуемся и, естественно, попробуем сейчас раскумарить всю эту команду. Так. Ай, увернулась. Ладно, стреляем. Блин, надо тоже, по идее, подхиливаться нам с вами. Кроссбоун, держись. Черт подери, да что ж вы по одному удару-то делаете? Делали бы уже связку полную, да? Тогда бы они бы падали сразу бы. А так нифига. Ну, ё-моё, не мог ударить еще раз, а? Ну, добьешь, блин. Сорви голова. Давай, сделай это дело. Оу, молодец. Ну все, последняя шпана здесь осталась. Налетчик, блин, вражеский. Так. Оп. Черт подери, ну, есть. Ну, я считаю, что это все было довольно легко и просто. Никаких вообще проблем. Можно было бы даже на автобое. А я не видел, там, кстати, есть автобой или нет. Ну, неважно. Давайте смотреть дальше. 48% у нас выполнено здесь. Тех Титан. Но опять же, мы все равно помощнее его будем. Но, тем не менее, очень интересно посмотреть, что это за фруктик у нас такой появился. Может быть, каких-нибудь новых героев увидим в команде, хотя бы во вражеской. Так, но пока все знакомые лица. Давайте приступать. Оу, классно. Тут можно, ребят, знаете как, тыкать просто-напросто уже заранее, как только появляется у нас возможность нового героя. Вот как вот так вот делаем сразу. Стрельба, давайте, наверное, атаку влепим. Так, он делает провокацию. Вражеский кроссбоунс.
Откуда он вообще взялся, а? Этот Красбонс. Ну, ё-моё, блин. На, получи. Добили, отлично. Теперь у них щита не будет. А почему у меня, главное, на первом месте стоит этот Сорвиголова? Как будто он танк. Должен, по идее, быть Красбонд, но нифига, он где-то в задних рядах почему-то. Ну или хотя бы Кейдж. Да, тоже было бы неплохо, как вариант. Ну что, последний у нас тут остался налетчик вражеский. Давай, добей. Все. В общем, победа опять за нами, но единственное, я не могу понять, когда же мы с вами получим карточку. Ну ладно, категория 1. Может быть, мы посмотрим, что у нас тут есть. Так, подожди-ка, давайте, может быть... Во, смотрите, сколько призов мы с вами заработали. Так, сферы, да? Ну, где они халявные? Так, у тебя 1710, а нужно 2000. Ммм, понятно. Ага, вот она, халявушка. Ну-ка, абракадабра, что нам выпадет? Давай-давай, что-нибудь хорошенькое. Так, это что за чудило такое у нас? Еще разок. Ага, Сорвиголова. Слушайте, недорого, 35 всего лишь вот этих вот фиолетовых пробирок. Ух ты, это что за... Данный предмет никому не нужен. И какой-то, я не знаю, чувачок новый появился у нас. Ну, видимо, опять какой-то там солдатик. Так, сфера Ультимус. Где мне взять вот эти вот штуки, а? Хм, непонятно. Так, здесь забираем реворд. Отлично. У нас на почте что-то. Ага, ну это понятно. Налет доступен, и здесь налеты открыты. Вроде бы... А, опять что-то, припасы какие-то. Сферы. Получить. Ну дайте что-нибудь хорошее, ребят. Ох ты, 15 карточек. Это кто такой? Лучник руки. Новый персонаж. Естественно, вербуем. Блин, я вот одного не могу понять. У нас вроде бы игра про супергероев, а почему нам дают обычных чувачков, а? Ну, клан Рука, я все, конечно, понимаю. Но зачем нам вот эти всякие ниндзи? У нас вроде бы и по супергероям такие есть всякие, и стреляющие, и защитники, и бьющие. Какие хочешь. Так, ладно, давайте-ка мы найдем эту штуку. Раз показывают, что их нету. Так, подожди. Надеть. Ай, елки-палки, я совсем забыл, что нужен 9 уровень персонажа, а он у меня какого? 7-го. Давайте тогда, наверное, его, ребята, сейчас подкачаем. Так. Ну что, не надеваешь-то? Так, 10 уровень нужен персонажа, понятно. Вот, сразу на 14-й. И все, ему сразу влепим. 309 силы у него. Ну, станет в разы больше. Так, улучшение. Какая категория? Третья. Открывается новый суперудар или нет? Ага, опутывание. Само название этого суперудара говорит за себя. Что, видимо, мы будем опутывать врага, и он не сможет что-то делать. Наверное, он не сможет вообще ничего делать. Ни колдовать, ни бить, ничего. Неизвестно только, на сколько ходов. Улучшаем, и у нас 181 силы у карателя. Ну-ка, сейчас 266, вообще шикарно. И причем очень много элементов мы можем ему воткнуть. Так, это какая у него... Что это за звоночек был? Вы слышали звонок, нет? Показалось, наверное. Так, третья категория, должен быть суперудар новый. Прицельная там очередь, да? Хорошо. Все нам это дело пригодится. Так, ну этого не будем, мы эту тоже не будем, не надо нам пока это все. Исследовательница Аим. Что это за герои, ума не приложу, ребят. Красбонд. Так, давайте-ка мы его прокачаем. И воткнем недостающие элементы. Так, отлично. 325, так почему-то и осталось, как и было. О, детонация. Первого уровня. Детонация — это хорошо. Это очень хорошо.
Ну, а без лекаря нам, естественно, ребята, никуда. Поэтому нужно его прокачивать тоже. Так, здесь мы... Подожди, не хватает. Ах ты. Какой-то папочки нам не хватает. Давайте ее найдем. Да, обнаружили аж целых 3 штучки. Ну, естественно, будем создавать. Так, последнюю деталь. Надеваем, улучшаем. И сколько? 350 силы. Хм. Даже вот здесь можно еще немножко вставить. Так, шикарно. Да, тренировать мы больше, к сожалению, не можем. Фух. Так, забираем реварды все эти. Ну и давайте, наверное, вернемся мы с вами оттуда, откуда ушли. Так, в этапах вроде бы, да? Или же... Подожди, как где? А, налеты, конечно же, налеты, ребят. И другого давайте возьмем. Во, Джон Рик. Хорошо. Опять мы здесь. А, нет, смотрите-ка, мы где-то уже в горах с вами. Я бы даже сказал, на горе. Ну-ка. У нас, кстати, еще не накопился, ребят, суперудар. Вот это вот опутывание. Ну, мы обязательно его сейчас посмотрим. Да ты достал уже, паучок, а? Ты посмотри, а? Что это творит? Мы не должны здесь проиграть. Мы должны выиграть. Подхиливается. Так, мы тоже, наверное, подхилимся, ребят, потому что у нас хпшек мало. Провокацию делает Кроссбоун. Ладно, хорошо. А мы его пробьем. О, нет, блин, я думал, что добили. Нифига. Ты смотри-ка, а что делает. Ну-ка теперь. Вот так заломали и пошел ты отсюда. Пинка под задницу. Давай-ка медика уничтожим. Нам лишние хилы здесь не нужны. Ну. Смотрите, как все быстро происходит. Я не успел нажать на удар, как уже он атакует. В принципе, и правильно делает. Так. Вот ее надо уничтожать, потому что она критует. Ага. Ё-моё. А ну-ка еще разок. Так. Эй-эй-эй, не надо тут только подвисать. Опутывание, ребята. А почему? Ага, вот оно как. Он вначале бьет, а потом опутывает. Ну что ж, хорошо. И смотрите, он ничего не может сделать. Он встанет. Что это такое было? Оу! Кританула на раз, убила мне эту. Сорви голову. Офигеть. Защита от смерти. Нифига ты бабахнул. Но зато, ребята, он очень потратил много жизненной энергии на этот удар. Ну, я думаю, что паучка-то мы с вами завалим. Так, 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 тихо, тихо, тихо. На. Победа. Ух. Но согласитесь, этапчик был еще тот. Мне понравилось, по крайней мере. Ну и что же нам дадут? Ничего. Смотрите-ка, битва за сферы. Можно посмотреть, завершено причем оно. Победитель налета. Кто там у нас? Каемзи? Так, открыть. Смотрите, уже какие-то есть награды у нас. Получить. Но почему-то карточек Стрэнджа я до сих пор здесь не вижу. Странно как-то. Этап 5. Ага, вот смотрите, этап 6, этап 8. Ёлки-палки, 14 этапов нужно пройти, чтобы набрать себе Стрэнджа. Офигеть, это нужно просто здесь зависать. А у меня еще, по-моему, до сих пор первый этап идет. Здорово просто. Но, наверное, он того стоит, чтобы за него бороться. Было бы у меня побольше времени, я бы этим бы занялся, поверьте мне. А может быть, я и займусь, но видосик про это снимать, наверное, не буду. Я просто запарюсь, мне не дадут дети. Так, давайте, ребят, мы вот так вот с вами лучше глянем все это дело. По-быстренькому. Хорошо, что, кстати, можно на ускоренном это дело проходить. Тем более автобой. Возможно, даже как вариант, мы сможем быстро пройти все эти этапы. Надо будет над этим подумать. Победа! Я даже не сомневался. Этап 2 у нас оказывается. Вот, первый мы прошли с вами. Но все равно это дофига. 58% всего пройдено. Да, долго. Так, у нас достижение. Забираем опять.
Три карточки Халка нам досталось. Возможно, скоро он у нас появится. Так, и новый уровень. 15-й. Ух, шикарно. Я доволен, как удав. Так, тут у нас открытие. Что такое? Спасение со взломом. Хм. Кингпина держат на самом нижнем уровне базы. Надо действовать быстро, пока они нас не заметили. Только злодеи. О, ребята, у меня тут все не прокачаны. Нет, мы, пожалуй, этим заниматься не будем. По крайней мере, не сейчас. Ну что ж тогда, остается нам делать. Что такое, время ограничено? Ага, тренировочный набор 15 уровня. В принципе, неплохо, но у меня не хватает вот этих вот элементов. А, энергоядро называется оно. Все понятно. Теперь мы будем знать, как это называется. Ну что ж, дорогие мои друзья, наверное, на этой ноте я буду завершать этот видосик. Конечно же, вам всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И вы захотите следующую серию, следующий выпуск. Вы мне об этом напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну, а на этом будем закругляться. Так, мы с вами перешли, ага, на третью главу. Вот с нее-то мы, пожалуй, потом уже и начнем. Ну, а на этом все. Всем пока и удачи.